Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы приступаем к отбору обращений на проект «Главный вопрос». Всего поступило к нам 53 вопроса. Все вопросы очень разные, так что, коллеги, вам слово. Действительно, вопросы очень интересные, но хотелось бы отметить один. Почему мы, самый богатейший регион России, живем не так богато? Очень много вопросов поступает на промышленную тему. Например, население спрашивает, зачем «Малороса» приобрела государственное предприятие по огранке «Кристалл», как это отразится на якутских огранщиках и выгодно ли это республике. Хотелось бы предложить для рассмотрения вопрос номер 4. Вопрос обеспечения хлебобулочным изделием селян села Мяик Верхневилюйского Улуса. С 2013 года в этом населенном пункте не работает пекарня, и жители села вынуждены обеспечивать своих семей хлебом из центра Улуса, либо из соседнего села Анхой в частном плане. И думаю, на сегодняшний день это один из самых острых вопросов для многодетных семей, для детских учреждений, а также для многих населенных пунктов нашей республики. Мне вот особо понравился 12-й вопрос. Какая должна быть национальная идея у республики Саха-Якутия? Или каким вы видите народ Саха через 50 лет? Еще есть, оказывается, вопросы частного характера. Вот, например, такой вопрос задают на якутском языке. Кимтен төрөтчүгүтүн төбөлөгөт Егор Афанасьевичтен? Тоже интересный вопрос. Уважаемые коллеги, мы закончили отбор вопросов для голосования. Голосование стартует сегодня на сайте ЯСЕ. Спасибо всем большое.